В этом году школа номер 13 выпустит в большую жизнь 37 одиннадцатиклассников. По решению педагогического совета все они допущены к сдаче единых государственных экзаменов. Более того, четверо претендуют на получение государственных наград, золотых и серебряных медалей за особые успехи в учебе. Это Эльмира Такташева, Дарья и Александра Цветковы, Анастасия Доценко. Большинство других учеников также показали достойный результат. Хорошие классы очень, неплохие классы, хороший подбор учеников, очень ребята талантливые, много побед у нас в олимпиадном движении. Поэтому мы верим, что они выдержат все испытания, все сложные предстоящие, и поступят в учебное заведение, в высшее учебное заведение. Большинство уезжает в Петербург. Вот 11 класс, это все уедут в Петербург, ребята. 11 Б класс здесь останутся здесь, в наших вузах. Поэтому примерно 60 на 40. После обучения в Санкт-Петербурге, конечно, некоторые ребята возвращаются, но небольшое количество, многие остаются там. От имени главы районной администрации Константина Патраева выпускников поздравил начальник управления по безопасности Андрей Никитин. Школьников поздравили также педагоги и родители. Бурю эмоций вызвала мультимедийная презентация. Старшеклассники не смогли сдержать слез от нахлынувших эмоций. Это сложно описать. Закончился очень важный этап в моей жизни. И сложно расставаться. Именно здесь я узнала, что такое дружба, даже любовь. Здесь навсегда останутся мои преподаватели, которых я никогда не забуду, которые научили меня не только предметам, но и как лучше сделать правильный выбор и проложить дорогу в жизни. Для того, чтобы понять, какими выпускники были в детстве, достаточно взглянуть на сегодняшних непоседливых первоклассников. По традиции малыши произнесли клятву в верности школьным устоям и вручили старшим товарищам миниатюрные колокольчики. Кульминацией последнего звонка стал вальс и ответное слово главных героев торжества. Я хоть и пришел сюда всего лишь после 9 класса, второй год заканчиваю здесь. Грустно, все мы стали одной большой семьей. Чувств очень много, не описать. Такой праздник с грустью, с радостью в то же время. Мы хотим сказать огромное спасибо нашим учителям. Мы эту школу очень-очень любим. У нас замечательный, дружный класс, нам очень не хочется расставаться. Но мы постараемся оправдать надежды наших учителей, хорошо сдать экзамены. На торжественную церемонию прибыл и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров. Помимо депутатской деятельности, в течение 6 лет он преподает в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и Выборга. И отмечает, что выпускники общеобразовательных учреждений нашего муниципального образования востребованы, показывают замечательные знания. Я практически каждый год где-то, ну, посещаю. У меня очень много школ на округе. И вот, пользуясь случаем, хотел бы всех сегодня выпускников Выборгского района поздравить с этим замечательным праздником за то, что у них вот один рубеж взят, что они закончили школу, и впереди у них большая жизнь, дай бог, чтобы она была хорошая. И они, набравшись знаний, вернулись в Выборгский район и работали во благо жителей Выборгского района. Очень бы это хотелось, чтобы умные ребята возвращались и работали на наших предприятиях, в наших учреждениях. Вероника Когут, Евгения Губанова, Евгений Трифонов, медиагруппа «Наш город».